Лотугіна. Патрончики. Еще дымится. Классное стекло. Отлично. Это сверху будет подарок. Я два раза был, можно сказать, что мой. Вы дальше пока не ищи. Слушай, если дальше едете, возьмите меня. Не, мы вот прессу привезли. А, вы здесь. А там говорят, на Челюскина еще. Нет, ребята, это нас я сломаю. Я сегодня вот так вот. Заправились, суки. У наших бабушек воровать консервы. А из столовой, школы. Ложки. Ай-яй-яй. Скажите, а на скутере, если в Луганск, можно проехать, да? Не, ну не, мы просто спросить, что не на велосипеде, а на скутере, да? Стоит. Не. Может, одной хватило. Вот это воронка. Неплохо. И все туда сыпалось. Только спать подобивал. Ага. Да. А где, как? А тут везде все у меня под ноги, внимательнее смотри. Йоу, а вот куча какая. А вот трупики где? Трупики где? Нет, ну где-то мы пальчики находили там. Да какие тут трупики, на? В касках мозги. А, тут каски мозги, это там за шапкой. Вот это разгром. Там ниже тоже много интересного. Какого завода? С этого. Нету там никого? Нет никого. Это вчера их убивали. Градом накрыли, да, их? Да нет, это не град, он воронки, посмотри какие. Градом это там. Что за херня? Аж, блин, клака открылась. Вот это они получили. Ребят, на подвале, смотрите, здесь такого хлама валяется. Хорошо, если проснете, если без ноги останетесь. Дэшка взорвется. Ух ты! Янька, помню, до сих пор валяется. А погоди. Кожа. А, вот. Они запонированы. Нет, смотри, какие куки. Зеленополье курит. Это башня. Улетела в огород. Да ближе подойди. И сломал сарай. Башня улетела в огород. А это танк. Бывший танк. В него попало. Танк. Ребята словили кайф здесь конкретно, на. Аж в дерево врезался он. На. Нет, зеленополе что-то как-то слабо на. После этого смотрится. Там все, суфпай. Суфпай, да, жареный. Нормальная башня. БМП-2. Слушай, это вот с этой. Mm-hmm. Это с этой, а это целая. Не, мы вежливые люди. Я понял.
Очень вежливо. Очень вежливо. Удачи вам, ребята. Спасибо. Что опасно взорвало? Ну, все пособирали. Так, танк вижу, а башни где? Ищите башню от танка. О, там, дымит. А, вон она валяется. А. На меня посмотри. А бочина, бочина вот. Вырвало, прикинь. Ага. То есть его на это, на несколько частей. А, и что, вот от него шельбок? Да, вот это отнесло. Не, башню я видел, чтобы относило, но бочину вижу первый раз. Да. И просьба к вам такая. Кому сможете, передайте. На добровольную сдачу оружия неделя.